Вот этот подход к пониманию культуры, религии и мировоззрения в некотором смысле делает благовестие, ученичество гораздо более сложными, потому что тогда нужно знакомиться с человеком, знакомиться с общиной этого человека, с сообществом. Недостаточно просто прочитать несколько определений. И вот несколько таких э, логических последствий. Во-первых, э, понятие мировоззрения можно использовать как описательно, как и предписательно. Что такое христианское мировоззрение? Я сказал христианское мировоззрение. Что одно? Да, получается одно. Что же такое христианское мировоззрение? Это может быть предписательно. То есть оно быть, должно быть таким-то и таким-то. То есть, если ты действительно понимаешь священное Писание, и ты действительно веришь, и твои верования сочетаются, соответствуют Писанию, и Дух Святой тебя ведет, то твое мировоззрение будет вот таким. Должно быть таким. Это нормативное мировоззрение. Какое убеждение, какое мировоззрение буддиста? Тут скорее получается описание то есть мы просто спрашиваем, да, вот э, идеал здесь хорошо, а я хочу узнать, а что ты считаешь, как ты устраиваешь свою жизнь. То есть не то, каким ты должен быть, а какой ты есть на самом деле. Дальше идея мировоззрения на самом деле очень гибка. То есть мы можем применить мировоззрение либо к индивидууму, либо к коллективу. Хочу привести несколько примеров. Чем больше группа, к которой мы применяем это понятие, тем более размытым оказывается само определение. Ну, например, что такое американское мировоззрение? Если вы жили в других странах, вы можете сказать, ну да, существует определенное американское мировоззрение, и оно отличается, например, от тайского мировоззрения. Но все-таки это ведь абстракция, и к тому же очень широкая абстракция. И вы увидите множество разных э, исключений Я американец, но я считаю по-другому и так далее. Третье. И я привожу здесь примеры того, как это устроено, на практике концепция культуры мировоззрение применима также к малым группам, как и к большим коллективам. Но нельзя сказать, например, о культуре одного человека. У одного человека может быть мировоззрение, но у человека нет культуры или у человека нет религии. Дальше. Мировоззрения могут быть религиозными и нерелигиозными. Культуры – религиозными или, в некоторых случаях, нерелигиозными. Религии включают в себя одно или несколько мировоззрений, которые проявляются в определенных культурных формах. То есть буддийская религия может проявляться в самых разных культурах, как и христианство – может проявляться в самых разных культурах. Мы с вами можем представить себе определенную религию, как содержащую одно мировоззрение, но ну и как содержащую несколько связанных друг с другом мировоззрений. Ну, например, может быть буддийское мировоззрение, или могут быть разные подкатегории буддийского мировоззрения. Я могу сказать, вот это современное буддийское мировоззрение, мировоззрение буддистов э, Юго-Восточной Азии, также и с христианством. Такие же разделения мы можем сделать и в осмыслении христианства. А более того, мировоззрение — это не что-то такое, что можно четко отделить друг от друга и поставить границы между мировоззрениями есть пересечения. Если бы их не было, мы бы не могли коммуницировать друг с другом. А мы коммуницируем. Мировоззрения пересекаются, они сталкиваются, они оказывают влияние друг на друга и так далее. То есть не думайте, пожалуйста, что есть очень четкое разграничение. Тут скорее такие намеченные границы, причем эти границы постоянно перемещаются, переставляются. А давайте поближе к теме нашего класса, нашего курса, не думайте об абстракциях. Например, ислам учит тому-то и тому-то. Буддизм учит тому-то и тому-то. Да, для этого есть свое место. Для этого, конечно, есть свое место. Я преподаю курс о мировых религиях. И мы, конечно, говорим с этой точки зрения. Но когда вы встречаетесь с конкретными людьми, когда вы пытаетесь понять, что это за человек, во что он верит, что он считает, категории могут быть разными. Они могут называть себя по-разному. Но давайте все-таки выясним, а, откуда они и в чем их возражения против Евангелия. Как я могу разобраться с этими возражениями, как я могу ответить на эти возражения. И очень часто эти категории вам помогут, а в других случаях они не помогают. И если не помогают, то вы просто выбрасываете эти категории культуры, а работаете с людьми. Джефф, пожалуйста. Я просто хочу уточнить. Я, кажется, понял. То есть культура и религия вот эти... Круги, окружности пересекаются, а как с социальной, с общественной точки зрения. Смотрите, история, мировоззрение – это все-таки что-то более идеальное, идеалистическое. А... должно быть не противоречивость в моем мировоззрении или нет? То есть все-таки получается, что мировоззрение для каждого свое личное мировоззрение. Да, во-первых, есть мировоззрение индивидуума, но нет смысла говорить, например, о моей о индивидуальной культуре, потому что о социальном природе. Не, подождите, я все-таки пытаюсь понять. То есть мы включаемся. Вот есть эти круги, эти круги пересекаются. Мне кажется, что я как раз нахожусь на пересечении всех этих трех кругов, потому что там мое личное мировоззрение. Можно ли так это осмыслить? Ну да, я думаю, что вполне можно. Никаких проблем в этом нет. А мы это все-таки говорим с конкретными людьми. Мы говорим один на один или в малых группах, по два, по три человека. И тут, конечно, очень важно понять, что вот этот человек, а из чего он исходит. Но этот человек погружен и находится под влиянием, конечно же, культуры. И в зависимости от того, где он находится, где он живет, также под влиянием религии. Даже если он не осознает этих влияний. То есть, да, мы говорим о конкретном человеке, что вы думаете, что для вас важнее всего, но часто а, это все происходит из культуры и религии мировоззрения. Еще одно слово: а, духовность. Религия по сути своей социально, общественно. Но мы можем с вами говорить о духовности конкретного человека. Еще человек говорит, я не религиозный, но я духовный человек. Так часто нам говорят. Когда человек говорит, я не религиозен, они обычно отвергают э, какие-то общественные институции, общественные учреждения, религии, например, церковь прежде всего. Человек говорит, я просто духовный. То есть для меня это мое личное дело. У меня может быть моя личная духовность. И вот это на самом деле, конечно, влияет на мировоззрение. И последняя вещь, которую я здесь хочу сказать. Не пытайтесь все засистематизировать. Потому что обычно у людей очень путанное мировоззрение. Даже у многих христиан на самом деле очень-очень путанное мировоззрение. Если вы начинаете их давить, а как вот это сочетается этим, с этим, вот нет ли противоречия между этим и этим. Слушайте, у большинства из нас путанные внутренне противоречивые системы ценностей, системы убеждений. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию о чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте tvseminary.com. Но это, конечно, не имеет, скажем так, мое личное мнение, не имеет авторитета над другими. Например, человек говорит, я христианин, но я не верю в Бога. Такие люди есть. Можно сказать это, ну какой же ты христианин? Потому что, когда ты говоришь христианин, все-таки базовая вещь, верить в существование Бога. Или еще один пример. Таких людей не, не так много, но были миссионеры в Японии, которые делали так. Они говорили так, ага, Япония буддистская страна, сейчас я вы, выучу буддизм, я знаю, что такое буддизм. Они ехали в Японию и начинали говорить с японцами. И вдруг они понимали, что есть здесь какой-то диссонанс. Послушайте, а в учебнике про буддизм было написано все по-другому. И вот такое движение появилось в 20, в 20 веке, в начале 20 века. А, люди, миссионеры начали учить японцев буддизму для того, чтобы потом опровергнуть буддизм. Вы понимаете, что они делали, да? Некоторые из вас уже усмехаются. Нет, конечно, делать так нельзя, это понятно. Но делали так. То есть они называют себя буддистами. Хорошо. Что значит быть буддистом для вас? Расскажите мне об этом. Что для вас лично значит быть буддистом или мусульманином? Или атеистом и так далее. То есть в контексте служения вот этот идеал учебника это лишь такой познавательный инструмент. Если это вам помогает понять то, что вы имеете, с чем вы имеете дело, хорошо. Если вдруг что-то получается не так, как написано в учебнике, то выбросите вы это представление из учебника. Работайте с реальными людьми, а не с тем, что в учебнике написано. Вы поняли? Дальше. Генетическая ошибка, ошибка происхождения. Что это такое? Да, конечно, во-первых, это логическая ошибка. То есть, когда мы говорим о том, что, ну вот, эта вера оттуда произошла, мы генеалогически понимаем, как вы к этому пришли, но это ведь никак не характеризует истинность или ложность вашей веры. С другой стороны, есть все-таки смысл определить, откуда этот человек. То есть человек говорит так, а, ну да, ты христианин, потому что ты же родился в Америке, там все христиане. Или, а мы японцы, мы буддисты, мы индусы, мы индуисты, мы египтяне, мы мусульмане и так далее. И на самом деле определенный смысл в этом все-таки есть. Потому что вероятность стать мусульманином гораздо выше, если вы родились в Саудовской Аравии. Okay. Ну, то есть, ну, жизнь такая, да, вот понятно. И отрицать этого нельзя. Так что, да, этому нужно все-таки, это нужно, это нужно признать, ну, это так, это действительно так. Но нужно различать, что мы должны были бы принимать, а, и откуда мы появились, откуда мы родились. Неужели ведь иначе же получится, что мы должны принимать все, чему учит наша история и наша социальная э, история? Большинство людей скажут: нет, конечно, нет. Радикальные плюралисты э, считают, что все религии более-менее равны. Мы с вами будем читать э, Эсэхика, он как раз об этом говорит: смотрите, если бы вы родились в Иране, вы были бы мусульманином. Я родился в Англии. Он, кстати, родился не в христианской семье. Он говорит, для меня естественно стать христианином. То есть вот именно там возникают такие рассуждения, и серьезно к этому относиться все-таки стоит. Но это не последнее слово. Конечно, стандартный способ размышления такой, ага, ты плюралист, потому что ты родился в конце 20 века на западе Европы или в Северной Америке. Если бы ты родился в Европе 9 века, ты бы не был плюралистом. Так что тут получается и то, и другое. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.